Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! С небольшим опозданием, но я все же решила сделать обзор моих покупок на последнем блошином рынке ретро. Если вы помните, это как раз был последний день скидок. Чайное трио и кофейную пару вы уже видели в предыдущем видео. А сегодня я вам хочу представить свои новые приобретения. Кстати, гжель я начала собирать совсем недавно, ну, буквально 2 года, и вы видите перед вами сервировка стола ровно год назад, то, что я уже тогда купила, но эти чайные пары, как вы знаете, я уже заменила, потому что в этом году приобрела новые чайные пары. И приобрела, у меня уже стол стал не только чайный, а уже и для каких-то, для сервировки, ну, каких-то закусок. И даже я купила тюрину под горячее. Ну, а в этот раз я решила именно дополнить какие-то предметы для сервировки стола, которые мне еще нужны были. Ну, итак, смотрите. Одна, другой интереснее. А вот смотрите, даже синий. Видите, из синего. Это вот тоже гжель? Да, это гжель, синяя. Очень красивая. Что-то я хожу с этими блюдцами. Начну с главного, с тарелочек. И здесь я обязательно должна поблагодарить Галочку. Большое спасибо, дорогая. Потому что именно она нашла эти замечательные тарелочки. Кстати, в другом отделе, не в отделе с фиксированными ценами. И тоже по очень приемлемой цене. Намного меньше, чем и на Авито, даже в магазине. За 250 рублей каждая. Ну, я считаю, это прекрасно. Галочка купила большие тарелочки, а я купила диаметром 20-21 сантиметр. Так что, дорогие девочки, ходите не только в отделы фиксированных цен, даже когда бывают не скидок, а в какие-то другие отделы, потому что именно там вы можете увидеть очень интересные вещи и по приемлемым ценам. Ну, а я продолжаю. И у меня появился еще вот такой замечательный соусник. Да, на моем птичьем дворе персонажи прибыло. Соусник очень хороший, и вы знаете, у меня есть Ирина, очень хорошо сюда соус к мясу или к чему-то использовать. Ну, а можно даже на завтрак сюда, предположим, сметанку налить. Очень интересный хвостик, очень интересная птичка, я этому очень-очень рада. Но на моем птичьем дворе появился еще хозяин, которого мне очень не хватало, о котором я говорила. Это петушок, золотой гребешок. Посмотрите, шелковый бородушка, какой красавчик у меня. Это будет, посмотрите, Иван-царевич ловит жар-птицу. Ну, посмотрите, какая красота! Мои любимые краски и жар-птицы. Да, каждый из нас мечтает поймать свою жар-птицу в жизни, свою удачу. И вот я считаю, что это как раз стало, статуэтка станет символом моего, моей посуды. Посмотрите, на стол поставить. Какая прелесть! Очаровательная фигурка. Я купила еще и ложечки, хотя все-таки предпочитаю пить чай с ложечками серебряными, но
там куда-то положить, для чего-то использовать, можно и так. И видите, у них у всех разный совершенно рисунок, совершенно не похожий. И размеры у них разные, и вообще они не похожи. Можно в соусник поставить. Продолжаю рассказывать про свою гжель. И купила вот такое маленькое блюдечко. Маленькое блюдечко для лимончика. Сюда вот войдет буквально лимон, чтобы нарезанный лимон, чтобы положить его в чай. Ну, это уже началась серия моих рыбок в гжели. И у меня теперь их столько, что можно уже накрывать стол и только с рыбами. Купил с прошлого, когда были день скидок, с прошлого дня скидок, но никто не купил, не, она ждала меня. Это моя рыбка. И там была и в бело-голубых тонах, и, кстати, Галия показывала рыбку, покупалась в бело-голубыми, голубых тонах. Но я хотела именно синюю, потому что у меня гжель, в общем-то, она с яркими тонами. Видите, как этот вот, здесь обязательно ярко-синий кобальт проходит. Почему мне очень хорошо и вазочка вот эта вот, да, с моими ландышами, хороша, потому что вот сочетается с этим, видите, синее обрамление, оно сочетается. И мне вот не хватало именно синего. Очень хотела что-то синее, чтобы также оттенять свою гжель. И вот эта рыбка. Ну, кстати, я всегда думала тогда и сказала, что он для салфеток, а потом подумала и решила, ну почему для салфеток? Это может быть скорее для оливок, какие-то оливки положить, да? Вот, и еще купила блюдечко такое красивое, но я, мне кажется, его отправила на дачу, потому что 8 числа я была на рынке, а 9 мы поехали на дачу, и я, наверное, ее увезла. Но хочу показать, что я еще купила до этого. Вот такое стекло, видите, по 100 рублей. Вот такие вот красивые синее стекло кобальтовое. На ножке с рисуночком. А рисуночек, мне кажется, он как будто бы ракета летит, да? Не ракета, спутник, спутник. Ну, вот с таким... с такими спутниками. Спасибо, мои дорогие друзья, что были со мной. Обязательно пишите комментарии. Я знаю, что очень многие подсели на гжель. А с Галочкой мы связывались. Она говорит, не могу остановиться, покупаю, покупаю. И, к сожалению, никак не может мне прислать свои фото, потому что она всю кухню даже переделывает, уже прихватки делает в стиле гжель. Ну вот, как вы к этому относитесь? Может быть, мне тоже еще подождать, да, не останавливаться? Ну, в общем, пишите, буду ждать. До свидания, мои дорогие. Удачи!